И здравствуйте, с вами Зик, мурчащая рыжая колбаса и команда, и это легенда Гримрока. Мы с вами продолжаем как раз с того места, где и закончили. Так, как мы с вами в прошлой серии поняли, нам нельзя проходить по красной стрелке нашего проклятого компаса. Все остальные вроде как бы это сказать, положение вполне себе адекватны. И мы можем по ним спокойненько перемещаться. Единственное, что хотелось бы мне вообще знать, куда мы с вами идем. Очень осторожненько надо делать, я не хочу начинать это сначала. Очень не хочу попасться на телепорт. Занятная загадка, что я могу сказать. Мне, если честно, понравилось. Я хочу открыть карту заодно еще. Но поэтому я перемещаюсь еще и не в совсем нужных направлениях. Не хочу, чтобы на карте оставались какие-то следы. Так, мы с вами не можем блокировать. Ну и ладно. Так, здесь я надеюсь, что телепортаторы закончились. И, похоже, они закончились. Так, окей. Это сейф. Это прямо-таки сразу вот такой вот жирный сейф. Здесь у нас есть проход наверх и какая-то закрытая дверь. Давайте посмотрим, что за этой закрытой дверью. Кнопочки. Это кнопочки? Это не кнопочки. Найти бы хоть одну. Знал бы, как они выглядят. О, кристаллик. Как ты вовремя. Комната с кристалликом. Это всегда хорошо. Я ей всегда рад. И тут еще какая-то сумочка. У Зига, как обычно, фигня всякая в инвентаре. Давайте поэтому сумочку отдадим Люку и посмотрим, что там в ней. Еда! Еда! Еда Мраку. Не надо еда Мраку. Хотя Мраку можно, в принципе, ее, наверное, искушать. Так. Жареная крыса. Крысенышу бы отдать, но боюсь, что он обидится. Так, личинка на палочке и рогатый фрукт. Окей. Оставим пока у нас этот мешок, вдруг для чего-нибудь понадобится. Хотя, наверное, уже можно было бы потихоньку от этих мешков начать избавляться. Их уже и так слишком-слишком много. Так, идем наверх. Что нас ждет здесь? Так, тут какой-то нехороший туман. Там куча телепортаторов и... И большой человек-краб. И опять его называю человек-краб. Кнопочки, что-нибудь. Я слышу какое-то перемещение еще и на этом уровне. Кажется. Крысеныш, давай-ка сделаем посветлей. Нет, нет, не помогло. Жаль. Тут все в каких-то мостках. И ничегошеньки нету. Есть лесенка наверх. И я, если честно, боюсь вставать вот на этот телепортатор. Точнее, не на телепортатор, а на этот мостик. Ладно, встали, ничего с нами плохого не случилось. Тут еще одна лесенка. Так, а здесь у нас какая-то дорожка, по которой нам, видимо, с вами сейчас придется пройти. Единственное, что она на один уровень, кажется, выше. О, монстр-целовальник. Как бы мне попасть туда в таком случае? Вот еще одна лесенка есть. И еще одна лесенка есть. И мы совсем рядом с монстром-целовальником. Ух ты, там, видимо, еще и много. Так, я надеюсь, что эта дорожка до меня дойдет. Нет, не дойдет. Не, никак. Плит нажимных нету. Дорожка там по кругу себе крутится и все. Так, вот здесь какая-то вообще странная композиция. А, монстр-целовальник. Монстр-целовальник. Вылазь. Ты маленький дурацкий монстр-целовальник, на тебе. Не надо меня плевать своими чернилами. Что-то я забываю про кинжал мрака. Да что ж ты плюешься за меня своими чернилами? Вот, все. Был монстр-целовальник и нету. Ушел. Закончился весь монстр-целовальник. Но на самом деле мне все равно пока непонятно. Зик, ты голодаешь? Скушай что-нибудь. У тебя должно быть что-нибудь из еды. У тебя должно быть много еды. Ну, немного, конечно. Окей. Хоть чуть-чуть еды у тебя есть, хорошо. Я все равно немного не понимаю, собственно... А как же дальше-то? Или здесь где-то все-таки есть какая-то скрытая кнопка, которую я понятия не имею, как выглядит. Ну, видимо, как-то нужно открыть вот этот проход.
Но я все не понимаю, как здесь могут выглядеть скрытые кнопки, где они могут вообще быть. Не помешала бы какая-нибудь подсказочка. И зачем у нас здесь есть две лестницы наверх, которые одна ведет вот сюда, другая ведет к баночке с ловкостью, кажется, у нас там зелененькая, это кажется ловкость. Монстр-целовальник, спускайся. Мне весело здесь. Я пытаюсь понять, как до тебя добраться. Приходи, вместе думать будем. Жалко, я не могу вверх ничего кинуть. Дайте мне секундочку, попробую найти какую-нибудь скрытую кнопку или что-то типа того. Ребятки, смотрите, что я нашел. Здесь какой-то круг, не круг. Мне интересно, что будет, если я туда попробую что-нибудь скинуть. Что у нас здесь есть не очень нужного? Проклятый компас, допустим. Хотя вдруг он мне еще для чего-нибудь пригодится. Древняя карта. Даже не знаю, что выкинуть. Факел. Бомбочки. Хвост змеи. Во, резист-шок. Вот это колечко мне, наверное, не нужно. Да, это pressure plate. Я слышал... О, оно открыло вот это вот. Так, это сейф. Там, значит, все-таки таким образом выглядят нажимные плиты. Будем знать. Что у нас тут? О, человек-краб. Здравствуйте, человек-краб. Зря я, наверное, сюда от него спрятался. Надо было уйти куда-нибудь в другое место. Здесь мы с ним не сможем потанцевать по-человечески. Хотя надеюсь, что теперь с моей усиленной командой я смогу с ним разобраться быстрее, чем раньше. Хотя что-то даже Зик его плохо своим топором рубит. Он же все-таки крабик, у него очень мощные клешни и хорошая броня. И Люку может прийти хана. И у Люка даже нечем полечиться. Ну, Зик, о, отлично. Только хотел было сказать, что вот только не нужно сейчас умирать, промахиваться. О, еще одна pressure plate. И телепортатор куда-то. Я думаю, что сюда нам нужно тоже с вами что-нибудь положить. Давайте положим сумочку. Я как раз не знал, что с ней делать. Попробуем немножко отдохнуть. Так, Зик не может восстанавливать здоровье, потому что у него рана. Странно, мне казалось, я делал эти самые лечилки. Я что, их уже все потратил? Это как я так умудрился? Вот это да. Ни у кого нет лечилок. Обалдеть. Так, ну в таком случае я даже не знаю, может быть, нам дойти с вами до кристалла. Я думаю, этот телепорт нас вернет назад. Да, так и есть. Давайте по-быстрому дойдем до кристалла, благо он не очень далеко. Он прямо-таки вот там. Надеюсь, что он... А, не зарядился еще. Давайте немножко поотдыхаем. Крысеныш хочет кушать, и кристалл зарядился. Крысеныш, скушай что-нибудь, скушай личинку. Ням-ням-ням. Так. Давайте посмотрим, что мы там открыли. Если что-нибудь вообще открыли. Давайте прямо вот так полазаем. Монстр-целовальник. Ну, так. Вот он ты, здравствуй. Ты опять меня запер, да? Ну, мы тебя здесь сейчас поджарим. Ну, давай, 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 давай. Ребята, не спим. Убиваем монстра-целовальника. Пока он нас не зацеловал насмерть. Так, что я мог открыть? О, вот что у нас открылось. Решеточка. Так, здесь башка. И куча нажимных плит. И кнопочка, которая, наверное, это дело... Ага. Так, очень любопытно. Тут лежит, кстати, какой-то топорик. А тут лежат патроны. И нам нужно... Что происходит, если мы нажмем... О, монстр-целовальник происходит. Ну, здрасте, зачем ты парализовал Люка? Ладно, Люк, конечно, отойдет. Но... Все равно. Да, можно попробовать выпить антидот, да? Или что там? А, ну все, уже ничего не надо.
Так, нажимаем. У нас летит туда, туда. И, кстати, пока он летит, у нас с вами здесь вот включается проход. Есть у меня такое интересное желание сохраниться и пойти посмотреть, что у нас в этом проходе в принципе есть. Пушечное ядро. Проход достаточно длинный. И вот здесь мы с вами можем выползти. А что там еще дальше? А еще дальше мы с вами попадем назад. Да, в эту комнату. По идее, проход нас должен привести куда-то, видимо, дальше. То есть, судя по всему, надо построить телепортаторы таким образом, чтобы у нас здесь вот эта вот штука... Что, никогда не долетела до туда? То есть, если я, допустим, возьму вот этот вот инструмент, приложу его сюда, то у нас здесь откроется проход, который нас куда-то приведет. Вот сюда он нас приведет. А дальше все равно какая-то фигня. Потому что сюда у нас не приходит вот этот вот бегающий мостик. Так. А может быть, его потом надо выключить? То есть сделать что-то вроде такого лабиринтика. У нас здесь было, кстати, куча вот таких вот ненужных там свитков. И вот здесь, наверное, тоже. Как-то вот так, может быть, попробовать сделать. Сюда, сюда, сюда. Ой-ой-ой. Вот этот телепортатор у нас почему-то уходит в эту сторону. Значит, надо, видимо, активировать не его. Надо активировать, наверное, вот этот. Куда ты теперь полетишь? Сюда, сюда, сюда. Они все идут, ведут налево. Они все ведут налево. А, допустим, самый вот этот вот первый куда ведет? Вот этот вот. Налево и вот сюда. А здесь у нас с вами... А если я теперь сделаю вот так, то так, куда это дело пойдет? В меня, отлично. Налево, налево. Телепортаторы всегда поворачивают налево. Если телепортаторы всегда поворачивают налево, то что нам можно сделать? Все-таки, видимо, первый вот этот, правильно. Здесь он повернется налево. Здесь он повернется снова налево. Здесь он повернется снова налево, я его зациклю. И все-таки вот еще вопрос. А надо ли мне здесь задерживать вот эту штуку? То есть есть ли в этом вообще смысл? Налево, налево. Я могу попробовать здесь постоять, кстати. То есть сделать как? У нас здесь с вами... Так, во-первых, надо бы сделать свет, а то я ничего не вижу. А вот здесь у нас наша штука повернет налево. И, собственно, все. И все поворачивают налево. То есть нужно попробовать сделать следующее. И вот здесь тоже будет налево, но это будет потом. Если интересно, я буду стоять вот здесь, а потом буду стоять вот здесь. Оно сработает или нет? А, ну в меня, собственно, об меня разбивается. Поэтому мне надо стоять где-то в другом месте. И попробовать очень быстро что-то положить вот на эту плиту и отойти. Кто бы мне еще сказал, что я все делаю так, как надо, а не фигней страдаю. Оно же здесь все поворачивает налево и опять попадает в меня. Вот ты, ё-моё. Как же это сделать? Дайте мне секунду, тоже попробую здесь потанцевать. Ребятки, у меня появилась идея. В принципе, смотрите, у нас же вот этот вот мостик, он нам позволяет вот здесь вот забрать предмет. Давайте, кстати, его положим поближе, чтобы его действительно можно было забрать.
И можно что попробовать сделать? Можно попробовать просто зациклить эту искорку. То есть вот мы ее сейчас запускаем. После этого кладем сюда предмет. И наша искорка будет здесь себе спокойненько летать. Мы с вами можем за это время попробовать вот отсюда забрать предмет, когда это будет необходимо. И надеюсь, что здесь что-нибудь откроется. Сейчас она пролетит. Забираем предмет. Ей! Я получилось. И, кстати, у нас с вами есть легкое оружие 9.27 плюс сила. 9.27 плюс сила. Плохое оружие. Пусть здесь себе лежит. Так, мы с вами оказались вот здесь. А здесь у нас время сейва. Время сейва. И, наконец-то, я думаю, что теперь я смогу ступить вот на этот вот мостик. Он у нас с вами пойдет вот в ту сторону. Раз, 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 раз. Куда дальше, мостик? Вот сюда. Да, это новая часть карты. Отлично. Мы с вами прошли и это. Еще какой-то кусочек библиотеки. Здесь есть рычаг. Прямо вот так вот, рычаг, да? И больше здесь прям-таки ничего нет. Ладно. Зачем был нужен этот рычаг? О! А! А мы с вами не можем попасть вот туда. А мне хочется. Там, наверное, какой-то секретик. Кнопок нету. Интересно, а если я дерну рычаг назад? Нет, там ничего не меняется. Может быть, где-то на пути вот этого вот мостика что-то было? А нет, он заканчивается здесь. Возможно, где-то там что-то на стенах было. Но, если честно, мне не очень хочется сейчас опять туда возвращаться. Хотя здесь есть какая-то, смотрите-ка. Ага. Вот что у нас еще есть. Мы с вами здесь-то, кажется, и не были. И здесь есть еще один рычаг. Ух ты. Мостик ушел от нас. Ладно. Возможно, этот рычаг нам что-нибудь открыл полезное. Допустим, эту дверь. Так, не тормозим и не спешим. Идем строго по мостику. Ну, не открыл ли ты нам дверку? Не открыл. А что ж ты тогда сделал-то, рычаг? Ты же наверняка что-то сделал полезное. Я причем не слышу, что какой-нибудь механизм бы открывался или что-то типа того. Рычаг, ты не прав. Ты аргх, рычаг. Я не хочу опять проходить второй раз этот пазл. Или попробовать все-таки наверх сунуться. Зачем-то же он здесь есть, этот рычаг. Может быть, где-то еще был рычаг. Может быть, их нужно несколько было включить. Аргх. Нет, ладно, пойдемте все-таки дальше. Обидно, конечно, что мы с вами не открыли вот эту дверь. Ну, ладно. Возможно, когда-нибудь еще сюда вернемся. Сейчас мне хочется все-таки понять, что хранит в себе этот замок. Какие радости и прелести нас ожидают. Еще один мешочек. Люк. Время мешочков. Еще колбаса всякая разная. Отлично. Больше еды. Еда — это правильно. Мешочек пусть пока опять же полежит. Зачем, кстати, я из него тогда вытащил еду, интересно. Ну, ладно. Можно было еду вполне себе оставить в мешочке. Она никому там не мешала. Ух ты, какое большое открытое пространство. Не очень я люблю большие открытые пространства. Особенно, когда я слышу какое-то шебуршание. Очень неприятное шебуршание. Тут ядра какие-то лежат. Какой-то бесконечный коридор. О, сумочка. Так, сумочку положим в сумочку. Нельзя положить сумочку в сумочку, очень жаль. Ладно. Значит, у нас с вами все-таки появится сумочка с едой. И это будет вот это вот. Остальное можно будет выбросить. Что у нас здесь? Ух ты, это мраковские
Хохорешки. Мраковские побрякушки. В общем, всякая мраковская. Пущай пока лежит. Не будем мы с этим пока ничего делать. Тут у нас с вами ничегошеньки. И единственное, где я еще не был, это вот здесь. Тут куча каких-то лестниц, которые я не вижу. Они, видимо, все на разных уровнях. То есть единственное, куда мы с вами можем пойти, это вот сюда. Понятно теперь, почему они все на разных уровнях. Там что, кристалл? Нет, там кнопка какая-то. Какая-то кнопочка. Бум, ничего не случилось. Ой, ничего себе, ничего не случилось. Здравствуй, животное. Ты не очень страшное животное. Я вас уже такое количество сожрал, что... Эй, а это вот было больно. Между прочим, там, видимо, где-то еще огненный элементарь прилетел. И он продолжает летать. Так, видимо, надо загрузиться и сделать себе защиту от огня. Секунду. Давайте попробуем еще раз, только в этот раз я сделаю вот это вот. Исключительно на всякий случай. Ну, конечно, паучки это хорошо, но вот вылезающие огненные элементари меня немножко пугают. Хотя сейчас я их не слышу. Сейчас я слышу только паучков. Ну вот, люк отравили. Вот дурацкие пауки. Любите вы люк отравить. Вы это делаете постоянно. Он, между прочим, инсектоид. Почему он не иммунен к яду? Потому что он добрый инсектоид. У него нету яда. Так, пока у меня не закончилась защита от огня, надо срочно дернуть эту кнопку. Давайте, элементальчики. Да, она действительно их выпускает, судя по звуку. Ну, где вы? Где вы, мои маленькие элементальчики? Эй! Чтоб тебя! Ну, как так можно? Так, еще есть. Сейчас у меня кому-то придет хана, я слышу еще одного элементаля. Или мне кажется. Или это не элементаль вовсе. Что это? Greater Healing Potion. На, Люк, скушай. Надо тебе все-таки сделать антидот, видимо. Так, может быть, отдохнуть? Защита от огня спала, ну и фиг с ней, мы можем сохраниться. И сделать себе еще одну защиту от огня. Так, там сверху слизняки радиоактивные. И карта нам здесь совершенно не поможет, потому что на ней ничегошеньки не видно. Значит, придется идти на ощупь. Тут, кстати, есть еще одна лестница, оказывается. Окей, будем знать. Но я пока все равно немножко не понимаю. А, вот сюда можно пойти. И слизень. Здравствуй, мистер Слизень. Давай тебя прибьем. Ты что такой толстый-то? Ты же вроде раньше быстрее умирал. Ага, отлично. Первый слизень сдох. Плюются тут всякие. Бум. Шлеп. Так, и этот слизень умер. Два слизня на счету. У вас на счету недостаточно слизней. Так. Сейф. Надо почаще сохраняться. Я думаю, ничего такого в замке Некс в этом нету. Слизень. Гори, слизень. Ой, там сзади паук. Он ест крысеныша. Слизень, умри уже быстрей. Там сзади паук, и он меня раздражает. Вот, так лучше. А то он съест крысеныша. Пищи, пищи. Пищалка. Когда ж ты умрешь-то, толстый какой паук попался? Есть. Блин, еще один. Ну вот, Люка отравили. Оп, сомневался. Все? Или еще есть? Готовить антидот или потом? Так, а ты, интересно, у нас травить не умеешь? Ты же все-таки слизень тоже. Кто тебя знает? Давай попробуем сначала тебя убить, а потом предложим Люку антидот. Все? Больше никого? Вроде больше никого. Заканчиваются ингредиенты. Ой! Я что, не то сделал?
diseased, на тебя еще и болезнь наложили. Ну ладно, я думаю, что с болезнью как-нибудь ты сам справишься. Сейф. Надо бы кристалл найти. Где-нибудь поближе. Не свалиться бы еще отсюда. Хотя мобиков, конечно, мы здесь поубивали, но... Бум. Бум. Очень мило. И зачем мне быть здесь? Там, кстати, по-моему, какой-то сундук лежит. Да, действительно, есть сундук. Но я понятия не имею, как до этого сундука добраться. Никаких кнопочек не наблюдается. Равно как и здесь. Но это, собственно, проблема номер раз. Есть еще проблема номер два. Я понятия не имею, куда мне дальше идти. Крысеныш, сделай посветлее. Это же тупик. И карта, на которой решительно ничегошеньки непонятно. Ну, все-таки, видимо, сюда, но я не понимаю, куда дальше-то. Ладно. Спустимся в самый низ. Я все еще слышу мобов. И кажется, это огненные. И там, я, кажется, вижу какой-то мостик, которого, по-моему, раньше не было. Здесь мы с вами забирали ингредиенты. Отсюда мы с вами вылезали. И вот он, этот мостик. Нет, он был. Мостик был. Может быть, еще раз попробовать нажать на кнопку? Ой-ой-ой. Зачем же я так? Что бы она еще... делает, кто бы мне сказал. А здесь у нас вторая лестница. Так можно тут долго бродить. Кстати, вот еще какая-то лестница. А, смотрите-ка, я выключил вот этот вот портал. Точнее, не портал, а мостик. То есть кнопочка у нас с вами включает и выключает мостик. Сейчас, видимо, мостик будет на месте. Крысеныш, скушай что-нибудь. Не кушай Уилсона. Что бы тебе скушать? Жалко, нету сыра. На тебе хлебушка. Так, ладно, с этой кнопкой разобрались, что она делает. Но все равно, куда дальше-то? А, смотрите-ка, вон тоже есть кнопка. Возможно, мне как-то нужно добраться до нее. И как мне можно добраться до нее? Тут и спрыгнуть-то особенно никуда. О! Вот сюда можно спрыгнуть. Так. Я вижу тебя, огненный элементаль. Кто бы мне еще сказал, как против вас более эффективно бороться? Цены бы вам не было. Да, и там действительно открылся достаточно большой проход. Мне бы кристаллик еще. И вообще все хорошо было бы. Ну давай, давай. А, жах, жахай. На крысеныша почти не действует огонь, кстати. Видимо, у него там что-то такое есть в инвентаре, что ему дает защиту от огня хорошую. Так. Отлично, мостик. Я думаю, что надо сделать сейф. И отдохнуть. О, более того, Люк излечился от своей болезни. Отлично. Сделать еще раз сейф. Потому что нас никто не съел в процессе отдыха. Что не может не радовать. Пойдемте. Тут у нас дверь. Кристалл! Ну давайте не будем к нему ломиться. Давайте осмотримся. К тому же сейчас он мне не сильно необходим. У меня все живы-здоровы. Лестница наверх и...
Мана. Крысеныш. На. Сколько у тебя там ее? Одна. Понятно, мы когда-то ее всю уже использовали. Так, здесь что, не один кристалл? Это что такое лежит? Scaled Clock. Какая-то накидка, а у нас уже одна такая лежит, смотрите-ка. Защита плюс 5. А зачем она у нас лежит? Нафиг ее знает. Пусть здесь лежит и вторая в таком случае. А что тут у нас еще-то у Зига? А, доспехи. Легкие доспехи, которые в итоге надо надеть на мрака. Так, и Potion of Resurrection. Это, естественно, Люку. У него их теперь 4. Тут у нас есть какой-то... О, у меня уже есть один такой. 15-46 плюс сила. 15-46 плюс сила. А этот, между прочим, 12-37 плюс сила. У него, правда, точность плюс 10. Кулдаун 3-4. Кулдаун 4-3, точность плюс 5. Слушайте, а давайте, наверное, все-таки махнем. Будет у Люка два одинаковых клинка. Ну, собственно, и этот с собой тоже можно потаскать. Так, бомбочка пусть лежит, патроны пусть лежат. Слушайте-ка, хотя, погодите-ка. А, наверное, давайте я сделаю вот так. И, собственно, у мрака, по-моему, тоже такая же была. И вот так. Пусть у людей будет побольше защиты. Это у нас общий коридор. И еще вот здесь мы не были. Так, тут у нас лежат стрелы. Тут у нас лежит ядро. И кнопочка, между прочим. Надо сейчас нажать на эту кнопочку. Вдруг что полезное будет. Телепорт. Перед тем, как ходить во всякие неизвестные телепорты, лучше сохраниться. И мы с вами в непонятно где. Тут есть еще одна кнопочка. Так. Отлично, мы с вами... Что, на первом уровне замка Некс? Да. Мы отсюда пришли. Хорошо, будем знать, что это шоткат. Надо, наверное, его даже пометить на карте. Back to first floor. Назад на первый этаж. Так, и где-то у нас с вами была лестница, да? Где-то рядом с кристаллом. Нет? А, вот здесь. Вот она. Ух ты! Башенка! Очень жалко, что я не могу посмотреть вниз. Интересный, наверное, на остров Некс открывается отсюда вид. И тут ничегошеньки нет. Ух ты, а там какой-то портал. Так, есть у меня ощущение, что это босс. Потому что, смотрите, у нас есть шипы и какой-то портал. Давайте сделаем сейф. И... Да, нас здесь заперло. Дракончик! Дракончик. Линдворм. Бум. Так, и что с тобой делать? Научился ли ты чему-то, он сказал. Ты что, меня обучать собрался? Ага, то есть теперь он от нас будет требовать, чтобы мы соблюдали, чувствую эту самую, противостояние элементов. То, чего я не делал, собственно. То, за что вы на меня орали. Всегда. Серия, Зик, почему ты этого не делаешь? Зик, вот ты очень вовремя решил проголодаться. Вот самое нужное время, честно. Скушать что-нибудь. Кстати, Люку, наверное, надо бы сварить зелье. Так. На. Ну, подходите. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, дракончик. Я так полагаю, что дракончик мне сейчас... В него бесполезно пуляться, да? А нет, смотрите-ка. Что значит трус?
А, то есть тебе нравятся заклинания, которыми я тебя долбаю, да? У меня еще вот что есть, смотри. Видал? Как могу. Не хочется мне к тебе ближе подходить, честно. Эй! Зачем ты меня хотел растоптать своим дракончиком? И вот мне интересно, оставить вот эту хрень или нет? Понятно. Надо было, видимо, его оставить в покое. Крысёныши! Так, я что-то не то скастовал. Да чтоб тебя. Понятно. Значит, не надо убивать последнего. Как только у нас остается один противник, надо долбить дракона. Так, по-моему, будет правильнее. По крайней мере, так будет проще. Возможно, это правда читерство, конечно. Не знаю, может быть, так не должно быть. Ну, сейчас узнаем. Уйди, Варк. Ты, конечно, хорошая штука, и ты мне дашь еды, но... Еда. Ам-ням-ням. Так. Понятно, здесь такого не случилось. Надо было, видимо, все-таки воспользоваться шансом. Теперь я этот шанс потерял. Ну, ё-моё. Что это, что это, что это, что это, что это? Так, ладненько, пусть там ходят эти типы. Мы помучаем немножко дракошу. Так, мы можем даже сделать вот так. И мы можем даже сделать вот так вот еще много-много раз. У нас приличное количество этих штук. Так, ну у дракончика, по крайней мере, куда-то уходит жизни. И это не может не радовать. Эй. Ну, хорошо, что ты вызвал, конечно, змеек. Но зачем ты так сделал? Понятно. Значит, их просто надо все-таки всех убивать. Одно другому никак не соответствует. И кристалл бы мне, конечно, сюда. Но чувствую, что таких поблажек мне от хозяина острова ждать не стоит. Ой! Там эти дурацкие хреновины. Мои обожаемые. Мне бы хотя бы отдохнуть, что ли. Иди ты со своим ядом. Так, понятно, Люка чем-то прибило, не понял. Давайте сделаем воскрешение. Да, я все еще на ногах. Люка, как обычно, парализовала. Крысёныш. На тебе немножко энергии. Так. Кристалл. Кристалл. Так, там, между прочим, дракошка у нас ожила. Точнее, как ожила. С нее снялся защитный барьер. Да, я тебе немножко... Поймал. Застал, так сказать, врасплох. Отстань, 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 отстань. Я вообще не хочу к тебе подходить близко. Ты упырь. Зачем ты мрака обратила в камень, дурацкая женщина? Эй! Кого ты там хочешь мне вызвать? Ну, здравствуйте, каменяки! Только каменьяков мне не хватало. Особенно, когда мрак в камне. Причем много каменьяков. Ох ты, ё-моё. Какая радость-то здесь у нас пришла. Вам очень не нравится Healing Potion? Да, с радостью бы. Может быть, ты мне его подаришь, уважаемый хозяин острова? Эй. Так, огнем тебя не надо долбить. Явно совершенно. Вообще здесь очень как-нибудь осторожно надо так перемещаться. Ау! Зачем вы меня окружили, гады? Ну! Кристалл.
Так, на тебе. Уйди отсюда. Да ё-моё, сколько же вас? Блин, Горелый, тут еще эта хрень кусается. Вот тебе и ха-ха-ха. Отстань. Уйди. Лечилка. Эй-эй-эй-эй-эй. Тихо-тихо-тихо-тихо. Уйдите. Блин, я все время забываю, что эта хрень кусается. Второй кристалл. Хотя надо было, наверное, эту самую зелье воскрешения воспользоваться. Хватит плеваться. Еще одну защиту от огня, пожалуйста. Так. Люку плохо. Последняя лечилка, Люк. Все для тебя. И пробегаем. Я вас убил один раз, значит, я вас убью второй раз. Крысеныш, кушать. Ну, тут битва идет. Крысеныш говорит, я кушать хочу. Сейчас мы попробуем с вами потанцевать. Попробуем с вами, ребятки, потанцевать. Так, там не надо туда ходить, там дракончик сидит. Эй, дракончик ушел. Куда он ушел? Так, а жизнь, кстати, тем временем у него, я смотрю, заканчивается. Да, я пытаюсь тебя избежать. Ты будешь смеяться, но так и есть. Так, надо бы в тебя, наверное, плюнуть чем-нибудь хорошим. Метеоритным дождем, например. Бомбочки. Отличная идея. У кого у нас есть бомбочки? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А, он сейчас кого-то опять будет вызывать. Мухи. Вспомни бы, чем я этих мух убивал. Очень много мухов. Так, они отлично убиваются, я смотрю, топором. Хорошие мухи, продуктивные. И неплохо убиваются огнем. Так, Каменяка там все еще ходит? Каменяка все еще ходит, ну и фиг бы с ней. Ой, мана. Крысеныш, мана. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, как больно. Отстань. На тебе еще. Как can't use? Что ты сделал с мраком? Почему он не может ничего делать? Что с тобой, мрак? Head injury, ты ударил мраку голову. Блин, Горелый. Это что за хрени? Мимики! Вот только вас-то мне здесь сейчас и не хватает. И монстр-целовальники. Что об вас? Да, я... не помешает Кирин Поушенка. Ну дай Кирин Поушенка. Ты ёж-моёж. Не кусай меня! Отстань. Ящерица-переросток. Блин, маны нет, потому что у мрака с башкой нехорошо. Так, Shard of Protection. Давайте попробуем. И, собственно, я хотел уже, по-моему, покидаться буквами бомбами. Ну, а почему я не могу кидаться-то? Арк, Люк. Чтоб тебя. Так, понятно.
Это действительно, похоже, меня может прикончить. У нас сдох крысёныш. У нас сдох люк. У меня есть только одна лечилка. Точнее, не лечилка, а это самая воскрешалка. Ну, хотя, на самом деле, из того, что я вижу, не могу сказать, что это невыполнимо. Это сложно, но это не невыполнимо. Так, я сдох. Ну ладно, по крайней мере, мы увидели, что это такое. Я посмотрел на количество записанных минут и слегка ужаснулся, ребятки. Поэтому продолжим мы разбираться с нашим дракончиком, на котором сидит, наверное, хозяин острова, уже в следующий раз. С вами был Зигзаг Хаш. Надеюсь, что вам понравилось. Увидимся в следующий раз. До новых встреч и счастливо, ребятки.